Красавчики, ребяточки. 12 января 2020 года. Какой подарочек нам сделали лебеди. Ну это дикая природа, ребята. Не подумайте, что зоопарк какой-то там, заповедник. Нет. Это Северо-Крымский канал, который находится между Новой Каховкой и городом Таврийск. И вот 5 лебедей, 5 шипунов, 2 взрослых и 3 маленьких, молоденьких. По этому каналу, по Северо-Крымскому, подается вода в Крым. Ну, точнее, подавалась, ребята. По известным причинам вода сейчас не подается, хотя я считаю зря. Но не я это решаю, к сожалению. Посмотрим, сейчас люди несут хлебушек, может быть, с рук будет кормиться, посмотрим сейчас. А, с рук едят, ёлки-палки. Голодь не тетка. У нас уже холодно, лед кое-где стоит, ну, тонкий лед. Да, почему он шипун называется, как шипит красиво. Хлебушек принесли, булочку, и они едят. Это, ребята, дикая природа, не подумайте. Ёлки-палки, какая прелесть. Вот ту сторону, направление на Крым. Чайки кричат. С одной стороны, хорошо, конечно, подкармливают люди, а с другой стороны, это плохо. Птицы привыкают к халяве и потом становятся легкой добычей варваров. А варваров у нас очень много, которые хочется царского мяса поесть, лебединое. Как можно такую птицу забить на мясо? Ну я в шоке, конечно. Это же не гусь. Извините, пока.